В заполярной столице отметили День работника культуры. Праздничный концерт состоялся во Дворце культуры «Арктика». На торжественной церемонии наградили почетных работников и подвели итоги профильного конкурса окружного департамента образования, культуры и спорта. Все подробности далее. День работника культуры для Ненецкого округа – это не просто праздник. Ведь по статистике наш регион занимает первое место в России по количеству культработников на 1000 населения. Певцы и танцоры, театралы и музыканты не перестают радовать жителей и гостей региона и в студеный мороз, и в знойную жару. На любых мероприятиях мы видим их творчество. Я благодарю вас за то, что вы сохраняете культуру и традиции всех, без исключения, живых народов, проживающих на территории нашего округа. И также передаете эти традиции нашему подрастающему поколению. Я благодарю вас за то, что в любое время, дня и ночи, бывает глубоко за полночь, вы репетируете свои номера, чтобы подготовить для нас лучший танец, лучшую песню, а затем с улыбкой выйти на эту сцену и дарить нам праздник. Молодой праздник День работника культуры в России отмечается сравнительно недавно, всего 11 лет, хотя уже приобрел популярность. Те, кто причастен к празднику – заслуженные деятели культуры, артисты, художественные руководители, режиссеры и многие другие творческие личности собрались в концертном зале Дворца «Арктика». Именно благодаря вам наша жизнь становится лучше, мы живем интересней и получаем удовольствие от происходящего вокруг. За это вам огромное спасибо. Ваш труд не может быть незамечен. То огромное количество талантливой молодежи, которая воспиталась, выросла на нашей земле и сегодня с успехом и блистательно представляет наш округ на различных конкурсах, окружных, российских, международных, это, несомненно, заслуга каждого из вас. Что наши гости очень серьезно и высоко оценивают вашу работу. А значит, уровень и представляемость нашего органа, в том числе округа, в том числе благодаря вашему труду, она высокая и значимая. Это очень и очень важно для всех нас. Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и будем работать вместе. Так держать. С праздником вас! На торжественной церемонии наградили почетных работников. Ими стали Зоя Чупрова, создатель и хормейстер народного фольклорного ансамбля «Родные напевы», Надежда Красильникова, руководитель народного хора «Ивановы дочки», Татьяна Орлова, заместитель председателя окружного совета ветеранов войны и труда. Также были названы победители конкурса за особые достижения в сфере культуры. Венцом торжественной программы стало исполнение мировых хитов концертным ансамблем Дворца культуры «Арктика». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».